мышечная структура уже тонкий, как спичка, но при этом прыгает очень высоко, бьет сверху совершенно потрясающе. И вот Кит Лэнгфорд, Соня Золотая Ручка с отклонением, его традиционные броски. Также он и в команде Дэвида Блатта в Макаби выступал, играл. Вышел как раз тут Хоаким Коломб. Да, Хоаким Коломб, испанский разыгрывающий, который... Направлял мяч, ударил сверху, ответная атака, можно сказать. Сейчас Кита Лэнгфорд. Уникса статистический бросает два штрафных. Римас Куртина. Один в один против Панкрашова. Нет, не смотрит на кольцо, а это передача Сережи. Когда он получает мяч именно под кольцом, тогда у него... И в питерском «Спартаке», и в ЦСКА с Эторо Мессина. И вот неаккуратная, на мой взгляд, передача. Каймакоглу делает скидку. Панин заряжает. Евгения Пашутина, нету такой команды, такой звездности, но есть большое желание показывать баскетбол хорошего уровня и побеждать. Но это для сборной России, да, ведь минувшим летом у Евгения Пашутина Руслан был... Кстати, Руслан зеванул в защите, смех смехом, но Тайрис, нет, Кит Лэнгфорд, что называется, перекаем Акоглу, проход под кольцо, скидка на Кита Лэнгфорда и трешка. Вот эти вот о том, что очень плохой процент попадания трехочковых был у казанцев в первой половине. Но сейчас прицел они поправили, нащупали ритм. И посмотрите, Кит Лэнгфорд стремится к кольцу. Химчан. Вот что важно. Это вот прямо... Спокойно. Естественно, чувствуется, что Уникс более свежий. Казанский Уникс еще. Вот под кольцо со скидочкой Кит Лэнгфорд, ах, на замахе, как же он роскошно. Какое у него движение реактивное, несмотря на то, что... Но пока Уникс себя чувствует очень уверенно в лице Кита Лэнгфорда. Ну и при этом что-то наподобие зоны. Они вроде как построили, но Кит Лэнгфорд разбросался. Для него... Алексей. Вот какой бросок. И опять с расчетом на штраф. Штрафной мы с вами увидим в исполнении Кита. В личной форме может забивать хоть 20, хоть 30. Да, пожалуйста. Кита Лэнгфорда 30 очков. Значит, надо играть на него. Двух штрафных, которые, я уверен, да. Время чуть-чуть. Потому что сейчас у них будет больше. Леша не видел паса. Отдали из рук в руки. Потратили много, осталось. Да, сейчас... результат других команд. Итак, Егор Вяльцев, вынос 2,4 и 4 секунды. Нет, даже не утруждали себя. Итак, заслуженная победа Кита Лэнгфорда, великолепного игрока, легионера Казани.